С начала лета в России в силу вступит последний пакет запретов на курение в рамках закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Посетителям кафе, ресторанов, ночных клубов и пассажирам поездов и другим гражданам с 1 июня можно забыть о курении. Помимо кафе и поездов, с начала лета курильщики не смогут насладиться своей вредной привычкой на судах дальнего плавания, на железнодорожных пассажирских платформах, а также в торговых центрах, гостиницах, нестационарных торговых объектах. Для нарушителей предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей, а за курение на детских площадках россияне будут оштрафованы на сумму от 2000 до 3000 рублей. Также запрещена торговля табачными изделиями около касс в пределах прямой видимости. Еще одно новшество, касающееся уже ограничения табакокурения в кино, появилось в законе. До начала фильма или середины фильма обязательно надо разместить социальную антитабачную рекламу о вреде курения. Вот этого не было, а то вот фильм смотришь, сплошь и рядом идет процесс курения. И в этой связи, значит, руководители компании обязаны поставить такую рекламу. Кстати, 31 мая – день отказа от курения. Так что есть еще один прекрасный повод отказаться от вредной привычки, не дожидаясь законодательных ограничений.